начинается Россия. Стихи Бокова прозвучат в исполнении Любови Плащенко. Откуда начинается Россия? С Курил, с Камчатки или с Командор? О чем грустят глаза ее степные над камышами всех ее озер? Россия начинается с пристрастия к труду, к терпению, к правде, к доброте. Вот в чем ее звезда. Она прекрасна. Она поет и светит в темноте. Отсюда все дела ее большие, ее неповторимая судьба. И если ты причастен к ней, Россия не с гор берет начало, а с тебя. Уважаемые, и много популярных теперешников, композиторов. Это омские авторы. И песня, которая прозвучала, была посвящена 300-летию Омска. Музыка Владимира Симонова, артиста Омской филармонии, и слова Ирины Васиховской. А сейчас прозвучит тоже омского автора Сергея Долгушина музыка и Юрия Майдадюка слова. Здравствуй, Омск!
Слава Чашечникова, музыка Верхова. Мы одни не справимся. Только с вами можем. Thank you.
Александра Николаевна Пахмутова, конечно же. Это великое поклонение великому композитору и великой Руси. Я не знаю, как вы, но когда мы начали работать над этой вещью, мы, во-первых, несколько занятий вообще не могли ее петь, пока мы проникались, как говорится, в глубину текста, в глубину вообще всего. А мне почему-то сразу деревни наши, вот деревни наши перед глазами, их мало осталось, правда? Но то, что человек силен своей натурой, своим характером русским во все времена выживать, мы это тоже сейчас видим. И, конечно, эта песня, вот вы уже слышали ее, да, наверное, в нескольких редакциях, это апофеоз России, ее силе, ее характеру, ее нравственности. А вот тот, кто приподнес корзину с цветами, это наша первая ведущая проекта «Любимый... Здравствуй, Омск!». Кличка Владимира, именно мы в музее эту встречу делали первую, а потом она там ее загрузили в школе, и Маргарита Витальевна продолжила. А сейчас я почему-то поднимаюсь на сцену. Я сейчас не дальше не подскажу. О, музыка, душа моя, не уходи, пожалуйста, прошу я. У нас с тобой одна судьба, и потому, наверное, живу я. Thank you.
просто эмоциональный такой взрыв. Наташенька, спасибо, моя дорогая ученица, моя талантливая ученица, выпускница нашей школы. Я не устаю гордиться нашей музыкальной школой. И вот несмотря на то, что Наташа очень занята в Омске, она нас так выручает. Правда, девочки? Давайте мы пока прибавим ее поаплодируем. Да. А вот сейчас, наверное, прозвучит всех любимый романс. Ну, я тоже не буду называть. Сашенька, включи, пожалуйста, я что-то забыла, как он называется. Я вас люблю и очень счастлив, но вы не знаете всего. Взгляните лишь, и ваши власти взять ритм сердца моего. Но вы надменной красотою все отвергаете, лишь хотя забыв сочувствие простое, любовь родимое дитя. На вас смотрю при редкой встрече, и образ милый мне ваш свят. Но погасить нельзя и нечем огонь, которым я объят. Еще и вас охватит пламя, испепелит рассвете. Сыграет музыку славы какой-нибудь шальной. Которая у меня родилась. И еще потому что просто потрясающая фонограмма замечательного нашего аранжировщика Александра Рипа. Правда? Вы посмотрите, что делает фонограмма. Да? Да. Yeah.
страницу, посвященную творческому пути нашего хора. Страница эта посвящена малой родине. Самой внушительной, наверное, части, то, что мы отдаем на своих концертах. «Родина» – отрывок из книги Геннадия Оселецева «На Америке калачинск», читает Нина Иванова. Родина. Родина, короткое, святое слово. Родина, это и вся наша необъятная страна и место рождения человека. Будь то крупный областной центр, маленький ли городок Калачинск, таежная деревушка, хутор или аул. С родной землей, словно пуповины, связывает нас великое множество самого простого, самого обыденного, но дорогого вечно. Это и речка ручеек за огородом, и озерцо лягушечье у леса, и оконце с резной ставенькой, еще в дедовой избенке, срубленный им самим теми же огрубевшими руками, которые...